Компания MusicMag представляет микшерные пульты Behringer серии Xenix X. Данные микшеры содержат ряд нововведений, в отличие от предыдущей серии. Теперь USB-интерфейс встроен прямо в пульты. Также эти пульты обладают процессором эффектов с 16 редактируемыми пресетами, включая реверберацию, хорус, фленджер, задержку, питчшифтер, различные мультиэффекты и длительное хранение параметров настроек пользователя. Помимо этого, они теперь обладают источником питания, который автоматически подстраивается под напряжение сети. Ну и, конечно же, обладают износостойкими 60-мм фейдерами и герметичными потенциометрами. Симметричные выходы основного микса у этих микшеров на позолоченных XLR-разъемах. Плюс, помимо этого, есть отдельные мониторные выходы, выходы на наушники и стереорекордеры. Крепеж для монтажа в рековую стойку в комплекте. В данной серии теперь имеются полуавтоматические компрессоры, как правило, на четырех первых каналах. Работают они по такому же принципу, как аналогичные компрессоры на микшерных пультах компании Yamaha. Эффекты теперь можно редактировать более гибко, подстраивать их под свои нужды. Также, как я уже говорил, выход на основные акустические системы либо усилитель на позолоченных разъемах. Изменен немножко дизайн. USB-интерфейс встроен в корпус самих микшерных пультов. Ну и, собственно, и все. Микшерные пульты Behringer серии Xenix X будут незаменимым помощником для звукорежиссеров, музыкантов, небольших концертных составов, поскольку обладают всеми необходимыми функциями. Ну и, конечно же, с этими устройствами вы можете более подробно ознакомиться в наших магазинах.